Всем привет. Буду говорить потише, конечно, чтобы его не напугать. Что тут у нас подорожник грызет? Я за ним вот наблюдаю. Решила, что мой няшечкин должен чуть-чуть погрызть подорожничка. Сейчас. Кроклетку я очень аккуратно подожду. О, вот он. Стоечку, молодец, стоечку. Да, фотиться будем. Фотиться будем. Ну ладно, Тофик. Грызи подорожник. Шиняренький. Хорошенький. До сих пор он нравится, как он нежненько держит своими лапами. Вот эти вот ляпоньки, вот эти вот глазоньки. Да, глазоньки. У кого такие бисеринки вместо глаз? Еще грызет? Нет?